дубль 2. Теперь с голубым. Ты что, пьешь воду с бассейна? Всем привет из Крыма! Привет, народ! С праздником вас, дорогие друзья! Да, сегодня день семьи, любви и верности. И мы сегодня решили в этот семейный праздник приехать в хороший семейный отель, в котором мы уже были зимой. Просто провести приятный день нашей дружной семейкой. Конечно же, с собакой. Боже, какие виды! Я обалдею! С этого места просто фантастика! Вот насколько красивое место, да, что и зимой приезжаешь, своя красота, а летом восхитительно вообще. Зелень более сочная, такая яркая, не знаю, что-то цветет. Так, друзья, у нас дневное посещение, стоимость взрослого 1200, ребенка с 6 до 12 лет, с 5 до 12, 600 рублей. Вот, посещение дневное входит, это бассейн, джакузи, полотенце, халат, шезлонг. И даже чаечек бесплатный. Фирменный, фирменный, да, очень вкусный. Да, это новый коттедж, двухэтажный, все в таком эко-стиле, деревянный, так пахнет приятно. Очень удобная такая, как кухня-гостиная, да, тут чайная зона, водичка с чаями, с сахаром, со всеми делами, микроволновка, большой стол. Кстати, два места здесь раскладываются спальных, если что. Вообще домик рассчитан, здесь три спальни на 6 человек плюс 2 дополнительных места. Всего может расположиться 8 человек. Огромная большая семья может здесь поселиться, ей будет комфортно. Тут есть, а как он называется? Айпетри? Айпетри, да, назвали, потому что Айпетри рядышком. На первом этаже здесь вот такая большая терраса, тут тоже можно попить чай с видом на... Зелень такую буйную, да, послушать, как... Ну да, и сквозь зелень проглядывается гряда гор. Здравствуйте! Смотри-ка, я тут очень близко. Сразу здесь есть... Одна из спален. Можешь зайти посмотреть. Спасибо. Ну классно. Такой ковролинчик. И зеркало. Сейчас включу свет. Санузел. Душевая. На втором этаже тоже есть. Ты посмотри, сколько здесь причиндалов всяких. Шампуни, гели, лосьон для тела. Да, кстати, это вот немногие из отелей, которые вот оставляют, да, набор зубной. Набор зубной пасты. Лосьон для тела, который еще оставляют. Очень круто. Мне очень нравится. Фен. Так, ну и здесь есть второй этаж. Мне девочки рассказывали, что у них недавно здесь молодожены отдыхали. Так им тут украсили все шариками, живыми цветами. Говорят, было так круто. Так, здесь сразу при входе еще один санузел, тут просто без душа. Угу. И еще две спальни. Заходи сюда, смотри, кайф. Класс. Окно, посмотри в небо. Утром такой просыпаешься, то что тебе солнышко сюда пробивает. Или дождь капает. Ну или дождь капает, тоже романтика. Или снег идет, помните наш ролик зимний отсюда? А со снегом будет вообще классно. Ой, как уютненько, ты посмотри. Да, еще одна спаленка. С выходом тоже на террасу. Ну, ой, прямо ну, как, знаешь, из ну, тут вообще тут, классно, да. Тут козырно. Сразу хочется свой дом. Очень. Сейчас зелень какая, да? Какого? Ну, мы приехали на отдых. А что первым делом делает отдыхающий? Правильно, бежит в бассейн.
Федору купаться нельзя, конечно. А зря, да? Очень жаль. Да, очень мне кажется, жаль. Он бы покупался. Кому-то надо сидеть с вот этим вот псом. Ну что с вами сидеть? Я и сам прекрасно Богомол с видом на бассейн отдыхает. Вот так. Так, с детьми здесь занимаются. Дети не соскучатся. Собака, конечно, тяжело. Вместе не покупаться. Сразу возле бассейна. Здесь работает бар. Расплатиться можно по безналу. Кстати, бассейн очень классный, с той стороны он мелкий, да, в эту сторону набирает глубину. Можно и попрыгать с бортиков, а мы сейчас идем пообедать. Шведская линия на завтрак и обед, а ужин уже в ресторане. Сейчас Яна посидит с Федором, мы пойдем себе наберем поесть, вернемся сюда, потом Яна уже пойдет набирать. Посуда вся одноразовая. Алло, Катюшечка, да, привет. Не могла взяться. Друзья, если вы, как мы, приехали сюда на дневное посещение, можно взять шведскую линию покушать. Это будет стоить для взрослых 900 рублей, для детей 600 рублей и до 5 лет деткам до 300 рублей. Заселение с собакой возможно. До 10 килограмм, если у вас питомец, в определенные коттеджи и номера. Кто не в курсе, здесь проходит Боткинская тропа, буквально вот чуть выше, выход на нее сразу с территории. Там ребята тут проводят экскурсии, водят по тропам, рассказывают много всего интересного. И плюс, пока еще цветет лаванда, они даже возят фототуры, организовывают для желающих на поля Тургеневские. Кстати, кто еще не посмотрел наше свежее видео с Тургеневки, обязательно проходите по ссылке в описании. Честно говоря, с этой территории и уходить никуда не хочется. Ни на тропу, ни на какой, никуда. А сидим туда, именно реально вот кайфово. Вообще здесь 13 коттеджей.
и 36 номеров. С домашним питомцем до 10 кг вы можете поселиться в эконом-семейном. 12 номеров их здесь всего. Также выделяются два коттеджа, в которых можно разместиться с домашними животными. Доплата за питомца составит 1000 рублей, это единоразово. Плюс 500 рублей генеральная уборка после вашего питомца. Можно просто приехать в ресторан, также в сауну посетить. От 2 часов 2000 рублей в час стоит, да, сауна. Бассейн стоит 1200 рублей взрослый, детский с 3 до 12 лет 600 рублей. До 3 лет дети бесплатно. Конечно же, здесь есть трансфер на пляже. На пляж «Дельфин» в 9 утра отвозят. И на пляж «Приморский» тоже в 10 и в 3 часа дня. Приморский пляж пока что на сегодняшний день закрыт, купаться нельзя. Но со дня на день откроют уже. А «Дельфин» уже открыт. «Дельфин», «Левадия» до санатория «Руссия». Так что на «Дельфин» уже можно ездить и купаться. А также в 8 часов вечера, по-моему, на вечернюю набережную Ялты возят. Ну, конечно, как же без променада то? Так, мы на празднике, да, праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот теплый вечер для вас сегодня будет выступать замечательная группа Soul Sound Band. Но перед этим я хотел бы вас поздравить, конечно же, с этим замечательным праздником. Угощайтесь. Мой любимый персик – это нектарин, потому что он не шершавый. А мне абрикос больше нравится. Он просто идеальный. Все начинают хлопать, и Федя играть. Он не поймет, что делать, куда бежать, влево, вправо. Да, малыш, да. Что у него под глазом уже? Становится уже прохладненько. Но зато такая красота, просто глаза отдыхают. Нам принесли что, как вы думаете? Конечно же, местную рыбку. Лупарь, барабулька. Приятного аппетита. Да, ставринка забыл, извини. Родненько. Очень вкусно. Вкуснотень какую. У нас здесь сейчас бараний люля, куриный люля, свиной шашлык и вот такие классные овощи, гриль. Просто бомба. Короче, пока Славик ходит, мы тут наяриваем. Шашлык зашибезный. Настолько вкусно, и люляшка прям идеальная. Блин, все такое вкусное. Вообще бомба. Кстати, пиво безалкогольное. Друзья, ну мы заканчиваем свой блог. Сняли вам поляну сказок зимой, когда все припорошило снегом. Сейчас мы сняли для вас летом. Теперь вы видите полную картинку. Хочу вам сказать, что приятный сюрприз в этот раз от нас. По промокоду Ялта Family вы получаете обратно кэшбэк 10%, но его можете использовать на территории. Так что передавайте от нас привет. Спасибо. Кстати, после первого видео очень много людей посетило, все остались довольны. Спасибо за ваши отзывы. Нам очень приятно, что мы открыли для вас хорошее место. Мы не устаем, знаете, как повторять, что в Крыму очень много красивых мест, которые стоит посещать. Сюда стоит приезжать и наслаждаться разнообразным, красивым Крымом.
Ну все, всем пока, до новых встреч в интернете. Кто еще не подписался, вот сейчас вот самое время. Вот, подписался.